Я приехал поздравить вас от губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, от себя лично. Подарки от губернатора Дмитрия Азарова в день 80-летия со дня победы в Сталинградской битве вручили ветерану Великой Отечественной войны, участнице Сталинградской битвы, 99-летней Антонине Павловне Швыдкой. Их передала глава Самары Елена Лапушкина. Губернатор всегда поддерживает проживающих в регионе ветеранов и остается с ними на связи. Антонина Павловна родилась в 1923 году в Донецкой области, а когда окончила школу и поступила в город, институт, началась война. Вместе с семьей ее эвакуировали в Сталинград. Отец Антонины Павловны работал на железной дороге. Она устроилась туда же, чтобы ему помогать. Стационарная машинопутевая станция. Железные дороги прокладывали. И в Сталинграде, мы под самым Сталинградом прокладывали дорогу. И как раз после пришли немцы, немецкий самолет свалился в Волгу, и летчика немецкого достали прямо при мне. Вчерашняя школьница Антонина Швыдкая принимала активное участие в обороне Сталинграда. Ей приходилось разбирать железнодорожные рельсы, чтобы сдержать наступление немцев на город. В Волгу переезжали как раз. И меня взяли в Ледник, с Ледником переезжала, и там немецкий самолет обстрелял меня. Там целая группа, состав. И эти люди, железнодорожники. А когда закончилась война, Антонина Павловна с отличием закончила горный институт. Вышла замуж за военного, с которым объехала всю Россию. В 69-м году вместе с супругом и детьми приехала в Куйбышев, где работала при штабе ПРИВО. А когда вышла на пенсию, стала членом общественной организации ветеранов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Антонине Павловне награду за заслуги перед городом первой степени. Виктория Шарая, Константин Головин. События.